Добрый день, дорогие друзья! Давайте в этом ролике вновь с вами полюбуемся Магдой и Дженни. Ими нам никогда не надоест любоваться. Вот, с удовольствием едят веточки. И посетители просто-напросто сфотографируются, делают селфи на фоне слоних. Посмотрите, какие счастливые лица. Да, счастливые лица у Магды и Дженни. Хотя Сергей Гулевич говорит, что самые любимые их веточки – это дубовые. Ну и такие вот тоже мы видим, они с удовольствием едят. Ветки им просто необходимы для хорошего пищеварения. Вообще Гулевич, он с 98 года со слонихами работал, считайте, 20 лет. 20 лет они были вместе. И вот он рассказывает, в принципе, как и Олег Зубков – он также не проходил никаких университетов, академий, а вот именно сам в общении со слонами как раз вот и набирался опыта, познавал их. И вот таким образом стал для них не просто дрессировщиком, а отцом родным, как в принципе и Олег Зубков для многих животных. Поэтому такое профильное образование по общению с животным, как, допустим, такого мало кто и дает. Практически никто, наверное, не дает в ВУЗе таких знаний. Эти знания получаются именно при общении с животными. И Гулевич, вот он, конечно, много литературы дополнительно читал, как и Олег Зубков писал в своих книгах, что тоже очень много прочитал литературы, пересматривал фильмов. И очень тщательно Гулевич следил за их рационом. 150 килограмм еды в день они должны кушать. И обязательно каши. Не только там овощи, фрукты, сено, но и каши. Потому что огромные слоны. И, друзья, конечно же, требуют они очень много калорий для своего нормального функционирования. Но я думаю, что мы с вами прекрасно понимаем, что, конечно же, и в Тайгане им наверняка такой вот тоже отработанный рацион, потому что выглядят они неплохо. Кипер Витя любит их всей душой. Да и Олег Зубков за ними, или Акадия, постоянно наблюдают, постоянно контролируют, чтобы у них все было. Поэтому будем надеяться, друзья, что слонихи на своей счастливой пенсии еще будут много-много лет радовать всех посетителей парка. Что ж, друзья, всем огромный привет. Пока-пока.